когда Джек был маленький, мы его отпускали побегать без поводка. Случались курьезные случаи. Иногда он пугался собаку и убегал. Хорошо, что мы его находили на крыльце возле подъезда. Он всегда прибегал домой. Еще был случай, когда он был на поводке, а рядом с огромной скоростью пронесся лыжник, и я не удержала Джека. И он его толкнул, и лыжник улетел в сугробы, прямо вниз лицом. Лыжник не пострадал, что очень радует, и не рассердился. Это был молодой веселый парень. Поэтому очень нужно быть внимательным на прогулках. С джакуси, да, джакуси? Да, джакуси. А когда мы были летом в Дзержинске, он подбежал к рыбаку, и не успела я глазом моргнуть, как выхватил у него из кармана бутерброд. Рыбак громко кричал, Джек начал лаять. Рыбак побежал в воду, Джек за ним. Но рыбак тоже оказался мужчина добродушный, у него тоже была собака. И когда я извинилась, он сказал: ничего страшного. Таких историй очень много, поэтому, конечно, я внимательно слежу за тем, чтобы мы никому не причиняли никаких неудобств, никого не напугали, никого не обидели. Гуляем, где можно, на поводке, где можно без поводка, где нужно с намордником. Вот стараемся соблюдать, как говорится, и правила, и уважать других.